Гороскоп на 31 июля 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В понедельник, Овны, постарайтесь использовать утро максимально эффективно. Именно в начале дня проще будет справиться с важными делами, успешно провести серьезные встречи. Вы сможете показать себя с лучшей стороны. Ваши достоинства и таланты не останутся незамеченными. Не исключено начало служебных романов. Вторая половина дня будет менее приятной. Придется заниматься делами, которые хоть и очень полезны, но вам совсем не по душе. Скучные и однообразные занятия раздражают. Порой вы бываете совершенно невыносимы, но близкие все же стараются найти к вам подход. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Для Овнов наиболее полезными и продуктивными окажутся связи с тайными друзьями и единомышленниками, приватные встречи и переговоры с будущими партнерами. Если вам понадобится объективный взгляд со стороны на какую-то ситуацию, то обратитесь за советом к начальству или старшему родственнику. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Все то, что сегодня задумает Овен, реализуется и воплотится в жизнь. Вы поверите в абсолютное везение и чудеса. Хотя, если лежать весь день на диване, то тут даже золотая рыбка не поможет. Поэтому Овну не стоит пренебрегать работой, домашними хлопотами и общением с людьми. Гороскоп советует быть экономнее в деньгах, ведь они имеют свойство заканчиваться. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для решения личных проблем. Фортуна позаботится об одиноких Овнах. Им уготована романтическая встреча. Ровная, спокойная полоса впереди у супружеских пар. Влюбленные со стажем могут строить радужные планы на будущее, забыв о проблемах недавнего прошлого. Личный гороскоп. Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Эгоизм и нетерпимость к чужим инициативам осложнят взаимоотношения с коллегами или партнерами. Вполне вероятно, что неудачи или ошибки в работе приведут к разочарованию. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. Возможны ссоры между влюбленными или недоразумения в семейных отношениях. В понедельник тельцам нужно собраться с мыслями, прежде чем действовать. Поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. Возможны споры с родными, разногласия, которые омрачат приятную картину дня. Вы то и дело ловите себя на мысли о том, что окружающие то тайно ждут от вас жертв, то открыто их требуют, а сами не хотят пойти даже на малейшие уступки. Под влиянием этих размышлений вы все чаще провоцируете конфликты, даже не пытаетесь сгладить острые углы. Но таково влияние планет, хрупкое равновесие не нарушается, и в целом день проходит довольно спокойно. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Наиболее приоритетным направлением для тельцов сегодня станет соблюдение хрупкого баланса между своими интересами и интересами собеседников и партнеров. Даже если вам не нравится поведение супруга или начальника, постарайтесь воздержаться от резких высказываний и найти компромисс. К вечеру возможно внезапное ухудшение самочувствия. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. Сегодня тельцу захочется новых впечатлений в личной жизни. Вы решите знакомиться со всеми, кто окажет вам малейшие знаки внимания. В погоне за удовольствиями телец может потерять элементарное и упустить массу возможностей в профессиональной сфере. Кстати, не пускайте на самотек даже незначительные проблемы со здоровьем. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может стать началом травмоопасного периода, так как тельцы могут потерять осторожность и бдительность. Следует быть осторожнее за рулем и в обращении с электричеством. Не пытайтесь самостоятельно чинить розетки и бытовые приборы. Личный гороскоп. Хороший день для занятий спортом, для общения. Вероятно, вас ожидают перемены в материальном положении. Как показывают звезды, деятельность в совместном проекте принесет вам прибыль. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Молния во сне – знак неверного выбора дороги.
Понедельник у близнецов – удачный день, хорошо подходящий для общения. Вам нетрудно найти общий язык даже с теми, кто обычно ни с кем не ладит. Этим можно воспользоваться, чтобы провести важные деловые переговоры, встретиться с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Не исключены романтические увлечения. Возможно, начало любовных отношений, которые вскоре станут очень важными для вас. Вероятно, приятные известия, хорошие новости. Некоторые близнецы получат предложения, от которых не захотят отказываться. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. В этот день мысли близнецов будут занимать проблемы, связанные с финансами и личными доходами. Возможно, что вас посетят сомнения в честности ваших партнеров или желание рискнуть и пустить весь свой капитал на какую-нибудь авантюру. Не стоит торопиться с решением, так как не исключается вариант более выгодного вложения средств. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп не рекомендует близнецам направо и налево критиковать своего начальника. Тем более, когда на производстве процветает сокращение. Выполняйте свою работу спокойно и не пытайтесь доказывать свое мнение всем подряд. В личной жизни все обстоит достаточно ясно и понятно, поэтому близнецы проведут вечер в романтической атмосфере. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вам может понравиться какая-нибудь идея в сфере семейных отношений. На отдыхе с семьей или с друзьями вы можете проявить невероятную щедрость, поэтому желательно не брать с собой много денег. Личный гороскоп. Тяжелый день для мужчин-близнецов. Возможно, что проблемы, на которые вы не обращали внимания, осложнят ваши отношения с коллегами по работе или с близким человеком. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Вероятно, встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Для достижения поставленной цели объединитесь с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам. В понедельник первая половина дня благоприятна. Воспользуйтесь этим, чтобы завершить дела, которые прежде отнимали у вас много сил, решить вопросы, долго не дававшие вам покоя. Появляются хорошие идеи, на многие привычные вещи удается взглянуть по-новому, и это оказывается очень полезным. В это время можно покупать компьютеры и другую технику, необходимую для работы и учебы. Вторая половина дня – время снижения деловой активности. Нужно будет отдохнуть и восстановить силы. Можно строить планы. Думать о будущем – это дает заряд оптимизма. Воздержитесь от любых излишеств, сейчас они особенно плохо сказываются на здоровье. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам сегодня придется договариваться со своим партнером с помощью дипломатии и разумного диалога. Ваше красноречие в этот день находится на высоте, а мягкость и тактичность помогут вам вежливо и мирно донести свою точку зрения до собеседника. Даже в случае резко расходящихся точек зрения у вас есть шанс договориться. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Стремление к независимости Раку будет по душе, а вот его избраннику явно не понравится. Вы сами хотели создать крепкие отношения, а теперь пытаетесь все резко изменить и подмять под себя. Сегодня вам предстоит заниматься улучшением материального положения. В противном случае Рак останется без гроша в кармане. Гороскоп «Дом» на сегодня. Похоже, что грусть и меланхолия надолго поселилась в доме Раков. Эта меланхолия способна нагнать уныние на окружающих. Будучи в душе романтиком, Рак удивительно рационален, практичен и недоверчив к окружающим. Старайтесь гнать от себя грустные мысли. Эффективный способ избежать меланхолии – отправиться в салон красоты. Личный гороскоп. Вас ожидают большие перемены. Как полагают звезды, вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Однако все ваши планы могут осуществиться только при условии непосредственной готовности к работе. Возможно, вы наконец-то ощутите стабильность в личной жизни. В понедельник у Льва день благоприятен для начала новых дел. Ко всему, за что беретесь, вы подходите творчески, это позволяет быстрее достичь поставленных целей. В смелых и необычных идеях не будет недостатка, ваша изобретательность не раз удивит окружающих. Хорошо проходят важные встречи и деловые переговоры.
вам удается показать себя с лучшей стороны, заинтересовать других своими проектами и планами. Не исключены романтические увлечения, в том числе и на работе. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Хотя львы смогут сегодня самостоятельно планировать свой рабочий график, это будет вызвано не столько вашей свободой и независимостью, сколько служебной необходимостью. В этот день вы будете стремиться к максимальному взаимопониманию с окружающими людьми, особенно с партнером и коллегами по работе. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. У Льва будет масса грандиозных идей и рационализаторских предложений. Половину из них одобрит шеф, а вот за вторую часть придется сражаться до победного конца. Гороскоп предсказывает Льву знакомство с влиятельным человеком, который поможет найти новую перспективную работу. В любви улыбнется удача, поэтому вечер окрасится в романтические тона. Гороскоп «Дом» на сегодня. День благоприятен для семейного общения. Если львы не сочтут себя абсолютно свободными от всего и от всех, то оценят значение любви в своей жизни. Наслаждайтесь общением, чувствами, эмоциями. Основное внимание лучше направить на то, что доставляет радость и позволяет отвлечься от тягот обыденности. Личный гороскоп. Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Сегодня ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика. В понедельник, Девы, вы сможете добиться успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость. Не стоит рассчитывать на то, что звезды сделают все за вас. Легких побед сегодня не будет. Можно обратиться за помощью к друзьям, но стоит помнить, что их возможности не безграничны. А вот малознакомых людей лучше не беспокоить просьбами, ни к чему хорошему это не приведет. Несмотря на то, что нагрузки сегодня будут довольно серьезными, вы не почувствуете усталости. Напротив, во второй половине дня откроется второе дыхание. Вы почувствуете, что способны сдвинуть горы. Направьте энергию в мирное русло, и вы быстро достигнете поставленных целей. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. В этот день Девам не стоит приступать к новым делам и проектам, или, по крайней мере, браться за них в одиночку. Скооперируйтесь с друзьями или родственниками, и тогда сможете с легкостью воплотить в жизнь все свои смелые планы. При диалоге с партнерами по бизнесу, начальством и коллегами постарайтесь уладить конфликты и снизить градус непонимания между вами. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Дева. Сегодня Деве не захочется даже на секунду оставлять любимого человека. Вы, словно единое целое, будете повсюду ездить и ходить вместе. Днем предстоит участие в мероприятии, от которого зависит ваше профессиональное будущее. Работа в интернете позволит Деве найти дополнительный заработок и открыть в себе новые таланты. Гороскоп «Дом» на сегодня. Несмотря на то, что вы неотразимы и обаятельны, в вашей личной жизни все не так легко и хорошо, как хотелось бы. Вероятны проблемы со здоровьем. Для поддержания хорошей физической формы вам не нужны чрезмерные спортивные нагрузки, достаточно регулярной утренней гимнастики. Личный гороскоп. Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены в личной жизни. Ключ к успеху сегодня – добросовестность и снисходительность. В понедельник для весов день обещает много интересного. Будьте внимательны, чтобы ничего не упустить. Желательно составить план действий заранее. Следовать ему будет значительно легче, чем импровизировать, стараясь вписаться в ситуацию. Вы умело используете сильные и слабые стороны окружающих, часто даже не давая себе в этом отчета. Очень легко завоевать симпатии представителей противоположного пола и даже вызывать более серьезное чувство. Вы не разбиваете сердца только потому, что от природы добры и никому не хотите причинить боль, а вот кружить голову у вас получается просто прекрасно. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Сегодня весам не будет равных в общении и дипломатии. Вы будете с удовольствием общаться как со старыми знакомыми, так и с новыми лицами,
а отношения с зарубежными деловыми партнерами приобретут дружескую направленность. В личной жизни все будет не так просто, но при должном старании вы обязательно решите все возникшие проблемы. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Весы. Гороскоп рекомендует Весам основательно заняться своим здоровьем. Особенно, если вы уже неделю чувствуете себя слабым, вялым и депрессивным. Обратитесь за консультацией к врачу, а также больше отдыхайте после работы. В личной жизни Весы ведут себя как настоящий диктатор. Может быть, стоит быть мягче и нежнее с любимым человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Диссонансные аспекты планет принесут проблемы, связанные с детьми, а также необходимость денежных трат. Не исключено, что напряженные взаимоотношения в семье или конфликт с близкими станут причиной вашего подавленного настроения в утренние часы. Не стоит посещать развлекательные заведения, а также рынки и магазины. Личный гороскоп. Крайне неблагоприятный день. Именно сегодня вам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений. Проявите самоконтроль, дальновидность. Избегайте шумных компаний. Сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Остерегайтесь темноты. Существует вероятность серьезной травмы или болезни. В понедельник день для Скорпиона начинается беспокойно, с суеты и неразберихи, а также дел, которые вы предпочли бы поручить кому-то другому. Скорее всего, вы останетесь наедине со своими проблемами, даже если раньше кто-то обещал вам помощь. Будьте к этому готовы. Сосредоточиться на работе мешают частые споры с коллегами и руководством. Вам удается отстоять свою точку зрения, но это требует времени и сил. Вторая половина дня будет гораздо удачнее первой, особенно если вы посвятите ее делам, в которых можно быстро добиться нужных результатов. Возможны денежные поступления, которые окажутся очень своевременными. Вы сделаете удачные покупки. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня это самое время для того, чтобы вызвать на откровенный диалог родителей или других домочадцев. Возможно, что вы выразите желание жить отдельно или немного изменить свою роль в семье, и благодаря вашему красноречию у вас получится убедить в своей правоте других. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Отличный день для того, чтобы Скорпион заглянул внутрь себя и выявил минусы характера. Начните борьбу с вредными привычками, а также не забывайте про те качества, которые ведут вас вниз по наклонной. Сегодня Скорпиону предстоит заниматься покупками для дома и для детей, которые поступили в учебное заведение. Гороскоп «Дом» на сегодня. День благоприятен для активного отдыха, начала отпуска. Для скорпионов главное в отпуске – творческое самовыражение. Отдыхайте в компаниях, стремитесь быть в центре внимания, проявите свои качества лидера. Личный гороскоп. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Это может коснуться творческих встреч, общения с близкими и любимыми. Планомерная деятельность прошедшей трудовой недели и семейное благополучие будут способствовать гармонии и равновесию чувств. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года вы улучшите свое общественное и материальное положение. В понедельник, стрельцы, действуйте самостоятельно, если хотите добиться успеха. Ошибкой будет полагаться на других, ждать помощи, рассчитывать на то, что кто-то решит ваши проблемы. Но это не значит, что нужные советы пропускать мимо ушей. Наоборот, они могут оказаться очень полезными. Старайтесь внимательно смотреть по сторонам. Это позволит вовремя заметить чужие промахи, сделать из них правильные выводы и избежать собственных ошибок. Берегите свою репутацию. Если сегодня вы дадите повод для сплетен и неприятных разговоров, положить им конец будет трудно. Помните, что окружающие настроены по отношению к вам критически. Чтобы понравиться кому-то, вам придется очень постараться. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Возможно, что стрельцам сегодня удастся серьезно поразмыслить над своими профессиональными успехами и неудачами и сделать из них соответствующие выводы. Если вы желаете узнать мнение со стороны, то смело обращайтесь к коллегам, которые не откажутся вам помочь. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Любую информацию «Стрельцу» следует тщательно перебирать и конспектировать. Иначе коллеги и руководство вас уличит в безграмотности и некомпетентности.
Гороскоп обещает Стрельцу романтическую встречу, которая произойдет при странных обстоятельствах. Вы даже не думали, что познакомитесь с любимым человеком в спортзале. Гороскоп Дом на сегодня. Вторая половина дня более удачна и позволяет реализовать задуманное другими методами и с новыми людьми. Возможны творческие контакты, новые мысли и идеи. Посвятите этот день укреплению личных отношений. Личный гороскоп. Вероятно, сегодня деловые встречи пройдут неудачно, а любые вопросы будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Необходимо привлечь к своим проектам и планам новых людей, участие которых в совместном проекте принесет вам прибыль. Понедельник для Козерога. День складывается хоть и не блестяще, но вполне благоприятно. Кое-когда придется потрудиться, но в большинстве ситуаций звезды сделают все от них зависящее, чтобы облегчить вам жизнь. Появляется шанс решить давнюю семейную проблему, расставить точки над «и» в ситуации, которая беспокоила вас в течение последних недель. Отношения с любимым человеком – сфера, в которой влияние позитивных тенденций будет особенно сильным. Тут вас ждет масса поводов для радости и ни одной причины для беспокойства. Путешествующим представителям знака день обещает массу приятных впечатлений. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козерогам в этот день лучше не идти на откровенную конфронтацию с окружающими людьми, даже если они и затрагивают ваши личные интересы. Постарайтесь мягко изложить свою точку зрения, подкрепив ее весомыми аргументами, и перед такой тактикой не устоит ни один оппонент. Сегодня вы можете значительно сузить круг общения, убрав из него ненадежных знакомых. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерог получит радостное известие от родственника. Скоро вы станете крестным малыша, поэтому подробнее узнайте, как подготовиться к этому таинству. Всю вторую половину дня Козерогу предстоит сидеть за компьютером, ведь работы будет много. Если почувствуете, что заболели, то не занимайтесь самолечением. Гороскоп «Дом» на сегодня. Выбор избранника может быть связан с мнением родителей на его или ее счет. Поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, то выслушайте их мнение и примите к сведению. Личный гороскоп. Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные. В понедельник у Водолеев многое идет не так, как вы задумывали. Часто приходится на ходу менять планы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Поначалу это может раздражать и огорчать вас, потому вы поймете, что все складывается довольно удачно. Очень кстати, вы вспомните о событиях далекого прошлого. Опыт, полученный раньше, пригодится. Вторая половина дня подходит для важных дел, полезных не только вам, но и окружающим. В это время будет возможность решить сложные профессиональные задачи. Добиться успехов в учебе. Можно справиться с бытовыми проблемами, которые в последнее время беспокоили вас и ваших близких. Любовный гороскоп на сегодня для Водолеев. Водолеи сегодня будут стараться спровоцировать на скандал или неподобающие публичные высказывания. И ваша главная задача на сегодня – это не поддаваться на провокации. Постарайтесь не реагировать остро на недостатки окружающих людей. И изредка вспоминайте, что вы и сами далеки от совершенства. В дороге, дальних поездках будьте внимательны и аккуратны. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею больше думать о своих проблемах, а не совать нос в чужие дела. По крайней мере, если вас об этом никто не просит. Финансы точно запоют романсы, если вы вложите их в малознакомый проект. В личной жизни Водолея возможны такие катаклизмы, которые могут привести к разрыву отношений с избранником. Гороскоп «Дом» на сегодня. Основное внимание Водолеев сместится к семейным проблемам. Вы вплотную займетесь домом, сделаете то, до чего раньше не доходили руки. Кто-то примется за обустройство домашнего очага. Можно делать мелкий ремонт, приобретать необходимую для хозяйства технику. Личный гороскоп. Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте.
занимайтесь повседневными, текущими делами. Водолей, заболевший в этот день, с большим трудом справится с недугом. Положительный результат будет зависеть от его силы воли и поддержки высших сил. В понедельник у рыб все идет неплохо. Просто не торопите события, этого будет достаточно, чтобы ход их вас радовал. Возможны новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Вы не слишком решительны, но сегодня этого и не требуется. Очень кстати для тех, кто хочет немного передохнуть, спокойно двигаясь по течению. Можно уладить финансовые дела, найти новые источники доходов. Не исключены также ценные подарки. Во второй половине дня вам представится возможность повидаться с человеком, по которому вы давно соскучились. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Настоящим отдыхом для рыб сегодня станет общение с любимым человеком или единомышленником, имеющим схожие взгляды на жизнь. С этим человеком вы сможете поделиться не только наболевшими проблемами, но и мечтами о будущем. Во второй половине дня попробуйте найти себе занятие, не связанное с вашей основной деятельностью. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Рыбам необходимо включить разум, а вот эмоции спрятать глубже. Не упустите из внимания даже мелочи, иначе окажитесь на мели. Сегодня вас заинтересует одна очаровательная особа, с которой завяжутся романтичные, но скоротечные отношения. Для дальней поездки рыбы еще не совсем готовы морально, поэтому ее лучше отменить. Гороскоп «Дом» на сегодня. Рыбы, которым не свойственна щедрость, могут тратить уйму денег на свой внешний облик, стараясь этим привлечь поклонников. В эти дни благоприятна самая трудоемкая и кропотливая работа над недостатками внешности. Рекомендуется заняться очисткой кожи, стрижкой волос, массажем. Личный гороскоп. Этот период благоприятен для реорганизации дела, перестановки кадров. Рыбы-начальники рискуют при этом испортить отношения с подчиненными. Напряженность может сохраниться надолго. В поведении рыбам рекомендуется соблюдать золотую середину, не поддаваться искушениям получить желаемое немедленно. Старайтесь не терять равновесие. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!